И сегодня же с избранным главой города Чебоксара Евгением Кадышевым встретился глава Чувашии Михаил Игнатьев. На встрече обсуждались вопросы развития столицы республики. Евгений Кадышев отметил, что сейчас в Чебоксарах создаются условия для развития бизнеса, ведется работа над исполнением бюджета. Активно в этом году формируется комфортная городская среда. Михаил Игнатьев, в свою очередь, подчеркнул, что должность главы города подразумевает работу на общественных началах. У столицы есть стратегия, перспективы. Очень важно, чтобы приоритетные программы поддерживало бизнес-сообщество.